21 сентября 2023 год. Афоризм дня на сегодня такой. Брак – это когда два человека сносят все тягости и горести друг другу. Написала 8 февраля 2011 года этот афоризм. Про брак еще есть. Институт брака себя изжил и взялся за меня. Что еще про супружество? Супруги без крыши, когда у них один пол. Сунув нос куда не следует, можно внезапно выяснить, что семейный очаг был нарисован на холсте. Я счастлив в браке, если что, это так просто. 25 лет уже, да? 25. Брак — это когда люди сносят тягости и горести друг к другу.